Здравствуйте, мои хорошие! Большое спасибо, что зашли на мой канал и решили посмотреть это видео. Оно у меня сегодня о моих очередных заказах с AliExpress, все ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании. Перед началом обзора будет очень здорово, если вы подпишетесь на мой канал, нажмете на значок колокольчик и не забудете оценить это видео лайком либо дизлайком. Итак, давайте перейдем к обзору. Всем приятного просмотра! Первое, что я вам сегодня покажу, это серьги в цвете белого золота с зелеными камнями, напоминающими изумруд. Я заказала их за 160 рублей в том же магазине, в котором уже делала подобный заказ. Это были очень похожие серьги, точно такого же размера, но единственное, что камень там был крупнее, а сам ободок из металла, усыпанный белыми фианитами, был уже. Те серьги я обожаю, очень часто их ношу. Также вы можете меня видеть в них в некоторых моих видео. Мне очень хотелось что-то подобное, но уже с другим камнем. И, к счастью, я нашла вот такую модель. Она мне случайно порекомендовалась. Я тут же решила ее заказать. Всего у продавца на эти серьги 7 расцветок. Расцветка, как у меня, самая первая. Также в цвете белого золота вы можете увидеть эти серьги с синими камнями и со светло-голубыми, напоминающими топазы и сапфиры. И также у продавца есть эти серьги в цвете желтого золота, зелеными, синими, светло-голубыми и белыми камнями. Застежка у этих сережек английская. Она очень удобна. Держатся они на ухе крепко. Мои синие никогда с меня не спадали. Ни разу эта застежка не расстегивалась в неподходящий момент. Те серьги я ношу уже точно больше 1 года и ношу их постоянно и даже принимала не раз в них душ, забывая их снимать. С ними ничего не произошло. Их покрытие действительно очень стойкое. Оно не стирается, не тускнеет, не ржавеет, не чернеет. Те серьги я вообще покупала меньше, чем за 100 рублей и просто счастлива от такого заказа. И от этого не меньше. Следующее, что я хочу вам показать, это наручные часы. Они у меня в черном цвете, с черным циферблатом. Также вы можете увидеть их в цвете розового золота с белым циферблатом и снова в цвете розового золота с черным циферблатом. Мне очень нравятся часы такой модели. Здесь меня привлек металлический ремешок. Я воспринимаю часы только с такими ремешками. Во-первых, из-за того, что они хорошо регулируются по длине. Во-вторых, из-за того, что они крепкие, износостойкие. Я пару раз заказывала на AliExpress часы с типа кожаными ремешками, и они изорвались. Ничего хорошего из этого не вышло. А вот подобные часы с подобными ремешками я ношу постоянно, и они у меня до сих пор как новенькие. Никакой аллергической реакции этот металл у меня не вызывает. Я помню, были такие вопросы. Циферблат здесь, кстати, не самый маленький, довольно крупный у него размер. Кому-то это удобно, кому-то это не очень нравится. Лично мне вполне комфортно с таким размером циферблата. Если вы пройдете по ссылке в описании, то вы увидите, что часы с белым циферблатом имеют поверхность как бы такой ракушки, перламутровую поверхность. Мне безумно понравилось то, что вместо цифр 12, 3, 6 и 9 находятся белые фианиты. Вместо других цифр точки в золотом цвете. Точно в таком же, как и стрелки. Стрелки здесь 3, часовая, минутная и секундная. Также в этих часах настраивается день месяца. Сами они тоненькие. И хочу обратить внимание на то, что при получении часы уже шли. Обычно их нужно запускать, чтобы они пошли. Здесь уже ничего не нужно делать. Единственное, что только подвести время и дату. Обошлись они мне в 750 рублей. В принципе, все подобные часы на AliExpress в таком ценовом диапазоне. Есть, конечно, и дороже. Фирменная коробка была в комплекте. Сами они упакованы в пленку. Ни единой царапины, ни единого дефекта я здесь не обнаружила. В общем, выглядит точно как на картинке. Что хотела получить, то и получила. Следующий заказ, о котором вам расскажу, это защитное стекло для моего iPhone 6s. Заказала я его всего за 60 рублей. Это очень смешной ценник, если сравнить его с ценой в магазинах сейчас. Там вы за подобное стекло можете отдать и 300, и 500 рублей. Никогда в жизни такие вещи не покупала в магазинах, всегда заказываю на AliExpress. Пришло это стекло в пупырчатом пакете, в комплекте имеется тряпочка, салфеточка, и можно его выбрать в двух цветах, в черном
стеклом, либо в белом. То есть, как видите, у этого стекла находится вот такая каемка, непрозрачная. Абсолютно четко по размерам она подходит к настоящей родной кайме айфона. Огромное количество заказов на данный товар у продавца. Все отзывы исключительно 5 звезд. После того, как сняла об этом товаре, я проходила с этим стеклом уже несколько месяцев и чувствует оно себя замечательно. Следующий мой очень приятный заказ – это серьги из нержавеющей стали. Как вы знаете, я очень люблю подобные серьги. В правом моем ухе не один прокол, а целых три. В нижнем проколе я ношу обычные серьги, а в двух верхних всегда вот подобные такие серьги. Эти серьги снова случайно порекомендовались мне, и мне так понравилась их форма в виде звездочки и перламутровая поверхность этих звездочек, которая так здорово переливается во все цвета. Кроме звездочек, по этой ссылке вы можете увидеть серьги с чисто круглыми камнями и также с камнями в виде сердечек. В расцветках камни идут также в нескольких, в голубой, белой, вот такой переливающийся, как у меня, и розовой. Также вы можете выбрать диаметр камня. У продавца представлены диаметры 3 мм, 4, 5, 6 и 8. У меня диаметр камня самый маленький, 3 мм. Мне хотелось самый миниатюрный размер, чтобы они смотрелись аккуратно. Ранее я заказывала подобные серьги у других продавцов с другими камнями, и всегда размер выбирала больше, поэтому сейчас уже знала, что примерно я хочу. Обошлись мне эти серьги всего 86 рублей за пару. Также показываю вам всю мою коллекцию подобных сережек, и на все я оставлю ссылки в описании. Как-то на главной странице AliExpress я увидела на баннере рекламу карты Тинькофф, по которой можно получать кэшбэк с покупок на AliExpress и не только, просто расплачиваясь этой картой. Я подумала, что такая экономия будет не лишней, особенно учитывая, сколько я делаю заказов. Сумма за год набегает значительная. Я заказала эту карту и пользуюсь ею. Если карта дебетовая, она возвращает 2% с покупок на Али, если кредитная – 5%, 1% с любых других покупок и с той, с другой карты. Также вам будут начисляться 6% годовых на остаток на дебетовой карте. Деньги с нее можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира и бесплатно переводить их с карты на карту. А если вы оформите кредитку по ссылке в описании, то вы получите 2000 баллов, 1 балл равен 1 рублю, после первой покупки на AliExpress от 2000 рублей. Выгодно? Не то слово. Следующий мой заказ обошелся мне всего в 16 рублей за штуку. Это подставки для телефона. Часто хочется поставить телефон таким образом, чтобы комфортно смотреть что-нибудь на YouTube, но постоянно приходится его на что-нибудь наваливать, чем-нибудь поддерживать, что не всегда удобно и не всегда есть под рукой то, чем это можно сделать. Поэтому я нашла вот такие интересные элементы, которые складываются в пластиночку и совершенно не занимают место в вашей сумке. Цвет там выбирают с рандомом. Я заказала 4 штуки и мне прислали в разных цветах. Открываются эти подставки очень легко, и внутри вы можете увидеть 4 ячейки, регулирующие положение этих подставок. Вы можете поставить в них ваш телефон более полого, либо более перпендикулярно к поверхности. Также, как видите, здесь имеется специальный отсек именно для того, чтобы вы поставили в него телефон. Он будет придерживаться, очень хорошо фиксироваться на месте, и даже самый большой, самый тяжелый телефон будет очень устойчиво держаться в этих подставках. Мне кажется, что это очень классная и очень удобная находка. С удовольствием ношу ее с собой. Парочку оставлю себе, а остальные раздам своим родственникам.
Следующий заказ, который хочу вам показать, это серьги, но уже не такие бюджетные, как двое предыдущих. Стоимость их 700 рублей, и сказано, что она такая из-за того, что камни в этих серьгах — это австралийские кристаллы. У меня эти серьги с камнем в четвертой расцветке у продавца, также они есть с камнем более светлой расцветки, в цвете шампанского, в темно-голубом цвете, в светло-голубом цвете и в цвете аметист. Несколько заказов у этих сережек, исключительно положительные отзывы, смотрятся они вполне симпатично, металл не вызывает аллергии, застежка очень удобная, легко расстегивается, когда вы делаете это сами, но очень прочно фиксируется, и никогда эти серьги с вас не слетят. Пришли эти серьги в очень красивой подарочной коробочке, и также продавец положил в подарок еще одни серьги. Они довольно простые, в виде гвоздиков с жемчужинкой на конце. Застегиваются они на такие силиконовые закрепки. Тоже смотрятся вполне симпатично, хоть и такой простой, но довольно милый подарок. Следующее, что хочу вам показать, это носочки, но не простые. Они капроновые, с трикотажными люрексными вставками. Также совершенно случайно нашла их на AliExpress, они мне очень понравились. В нескольких расцветках они имеются у продавца. В черном, как у меня, синем, зеленом, коричневом и бордовом. Стоимость этих носочков всего 80 рублей. Продаются они в едином размере, очень хорошо тянутся. На мой 36 подошли, думаю, подойдут на размеры до 38. 272 заказа, 4,9 звезд. Я заказала эти носочки, чтобы носить их с ботинками, с туфлями. Покажу вам их вот с этими туфлями, но, скорее всего, с ними не буду их носить. Подберу какую-то другую обувь. Кстати, можно надеть их сверху на черные капроновые колготки, к ним туфли, и всем будет казаться, что у вас туфли вот с таким ремешком вокруг ноги. Качество очень хорошее, пришли упакованными в собственный пакет и на маленькой золотистой вешалке. Единственное, что вырез ваш обуви не должен быть слишком глубоким, иначе уже будет видна непрозрачная кайма на этих носочках. Ну вот и все, это были все товары, которые я хотела вам сегодня показать. Все ссылки на них я оставляю в описании под видео. Если это видео пришлось вам по душе, оцените его, пожалуйста, лайком, подпишитесь на мой канал, оставьте ваше мнение в комментариях. И очень надеюсь, что вы посмотрите мое следующее видео, и мы с вами увидимся в нем. Так что прощаюсь с вами, до скорых встреч! Take it easy.